Не знаю я ничего. Ну, забрали кого-то? Ну, как забрали? 8 человек у Бориса лежит. С вашей деревни? Да. Пневмония. Но. Выписали. Ну, хотели одного выписать, завезли в Минск, у Миши хуже. А кого-то с вирусом с этим у вас госпитализировали или что? Или все с пневмонией лежали, никто не сказал. Вчера только утром позвонили сельского совета и сказали, что на коронавирус у одного человека. А их завезли в Минск, да два вообще их коронавирус. С вашей деревни? Да. Обстановка очень напряженная. Вчера вообще в Москве взяли. Анализы поздавали, температуру померяли, в каждый дом зашли, каждой бабушке души. 60 лет он пошел, вот. Я его езжу тут еще, ты говоришь, я вижу, что вы уже пятый раз пришли в магазин. На нашу деревню наложили карантин. Хотя бы вы раз в двое суток пришли и дали телефоны, МЧС, милиция, социальная служба. По любому звонку привяжу, вам хоть 100 грамм колбасы. Я на его обложила матом, вот тут при нас пришли. Да. И сказала, что я поеду в Слуцк в магазин, если мне еще не ходить. Вы меня извините, но в таком положении надо просто-напросто... Можно у вас спросить, как обстановка у вас? А шмат людей забирали? Я с работы. Не слышу. Но вас не проверяли? Проверяли. И что сказали? Все хорошо. А рекомендации какие давали? Остерегаться? Чего? Наверное, коронавируса этого или что-то.